محمد محمد الصلاة والسلام. Наш путь — это сахбет, и в собрании заключено благо. Шукр Аллаху, мы закончили этот месяц. Инша Аллах, священный Рамадан начинается сегодня вечером. Это месяц бараки, прекрасный месяц, месяц, дарованный Аллахом, аза ваджала уми Мухаммада. Этот месяц несет людям свет. Это настоящий дар людям от Аллаха, чудо нашего пророка, и месяц, когда был ниспослан священный Коран, который останется до Киямы. Это благословенный месяц, в котором есть Лейлат Уль-Кадр. Из-за всех этих даров, которые были даны нашему святому пророку, этот месяц считается священным. Это месяц здоровья и безопасности, месяц всевозможных благ. Поэтому этот месяц можно назвать настоящим подарком для всех мусульман. Аллах дает людям вкусить все виды красоты в этом месяце. Пост — это прекрасная вещь. Некоторым людям трудно поститься, но для мусульман это и здоровье, и настоящий дар от Аллаха Аза Баджала. Аллах говорит, «Я воздам вам за него». Аллах — самый щедрый из щедрейших, поэтому мы должны отнестись к этому месяцу по-особенному. Мусульмане будут вознаграждены за него. Но есть и другие, которые едят и не постятся. Мы не должны осуждать их. Мы должны пожалеть их, потому что они не могут получить свою долю из этих даров. Аллах не предназначил это для них. Их жизнь проходит напрасно. Они попусту тратят свое время, они убивают свое время. Аллах говорит, возьми много из этих даров. Некоторые люди берут, а многие нет. Поэтому мы должны возносить хвалу Аллаху и благодарить Его. Те, кто на этом пути, должны делать дуа и за других, чтобы им была дарована такая же милость. Не позволяйте вашему эго говорить «я делаю, а другие нет». Это нехорошо и опасно. Тарикат учит адабу. Люди, которые следуют только шариату без тариката, плохо смотрят на других. Конечно, мы не одобряем тех, кто не на пути Аллаха. Мы лишь жалеем их, что у них этого нет, и они многое теряют. Аллах Аза Ваджала, Гафур и Рахим. Если они покаются, их покаяние будет принято. Дверь покаяния открыта. Она не закрыта. Аллах заменит их грехи на савабы. Дверь покаяния Аллаха все еще открыта.
Пусть Аллах дарует руководство всем нам. Пусть Он не лишит нас своего руководства, иншаллах. Пусть Он не позволит нам подчиняться нашему эго. Люди до последнего вздоха находятся в опасности от своего эго. Есть много людей, которые являются учеными, образованными людьми и мусульманами, но как только они теряют бдительность, они оказываются на краю пропасти. Поэтому не будьте столь уверены в себе, говоря: «Я пощусь, я постился, я сделал это». Всегда просите защиты и помощи у Аллаха. Пусть Аллах сделает нас стойкими. Пусть Он не собьет нас с этого пути. Пусть Он не лишит нас прекрасного состояния поклонения. Наше поклонение — это лучшее состояние. Поклонение, которое мы совершаем Аллаху, это самое лучшее состояние, и это великая милость, дарованная нам. Да защитит нас Аллах и сделает наше поклонение благословенным. Пусть наша вера будет сильной, инша Аллах. Пусть людям будет дано руководство. Пусть все беды уйдут. Аминь Аллах, тавфик, аль-Фатиха.